Какая у нас цена-то, я что-то неплохо вижу. 290. О, за 290 рублей мы сегодня в кинотеатре торгового центра «Семья» детишек. На какой мы фильм там идем? На «Шазам». Кинотеатр «Сильвер Синема». Вот так вот. А потом расскажем, хорошо или нет. Нет, а что цену? А то все, знаешь, как это, кучу... Ну, здесь вот мы сейчас подождем, когда освободится кинозал и начнется наш сеанс. Так что 280 рублей, не знаю, почему люди там называют настолько какие-то космические цены. В общем, за 280 рублей мы купили билеты, и сейчас отведем своих детишек посмотреть фильм. Так что всем до встречи в кинозале торгового центра «Семья».